Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня мы высаживаем детерминантные томаты и перцы в теплицу. Хочу немножко вам показать рассаду и посмотрите, какой насыщенный цвет и красивая листва у салохи. Это у нас сорт, и вот она очень хорошо переносит все вот эти стесненные условия рассадного периода. И ее рассада всегда вот именно к высадке в таком шикарном состоянии. Яркие, насыщенные, такие зеленые листья. Ну и плоды у нее очень вкусные, томатики. Дальше у нас идет большая мамочка. Тоже она уже на цвету. Немножко она у меня тут некоторые подгорели, на солнце стояли. Но ничего страшного, главное, что у нас тут макушка все целая. И это нам должно дать хороший урожай. И Любаша. Тоже это у нас детерминантный томат. У нее листва не такая насыщенная, такая, наверное, светло-зеленая. Но тоже очень хорошо она перенесла стадию рассады. Все листочки практически до самого нижнего в нормальном таком состоянии, поэтому пора уже их высаживать. Сегодня все высадим в теплицу. И, может быть, даже успеем что-то высадить в открытый грунт. Высадили наши томаты. В таком порядке вот. Еще вам порекомендую удалять сразу вот эти самые нижние листочки, потому что они очень быстро засыхают, и лучше их сразу удалить, и затем меньше проблем просто с ними. Основное правило при высаживании рассады перца, так же как и у баклажанов, это мы не заглубляем эту точку роста. То есть как у нас рос перчик в рассадном периоде, так мы его пересаживаем на новое место, не заглубляя. Лунку хорошенько проливаем водой и пересаживаем наш перчик. В таком порядке у меня рассажен перец в три ряда, где-то по одному, где-то в некоторых случаях по два, когда это низкорослый вот этот сладкий перец, который маленький по росту. Белое золото я по два всегда сажу, иногда по одному, когда слишком такой, вот как вот этот большой куст. И пробегусь немного по сортам. Это у нас 6 кустиков толстый барон. Красный толстостенный перец. Это воловьеуха уже на цвету. Получается, здесь тоже 6 кустиков. Дальше пошел у нас мавр. Это у нас коричневый перчик. Это все мавр. И белое золото. Получается, вот эти вот 5 кустиков. Это белое золото. И вот он с магазинных семян перчик. 4 кустика или 5, это с магазинных семян. И забыл, вот это у нас перец какаду, такой длинный перчик до 30 сантиметров он вырастает длиной. Ну, посмотрим, какой вырастет у нас. И прикрываем все сверху укрывным материалом, потому что у нас жара. Чтобы первое время у нас все прижилось, накрыли. Помидорки, которые высаживали ранее, они уже, вот, как видите, уже все, их мы открыли. И они хорошо уже прижились и начали отрастать. Уже кое-кто зацвел. И высадили остальные томаты. В общем, те, которые у нас не вошли в теплицу, мы их высадили на улицу. И сейчас мы их тоже прикроем сверху укрывным материалом, потому что в прошлом году, когда стояла очень жаркая погода, листья у томатов просто сгорали на солнце, потому что необходимо их чем-то прикрыть.
и хорошо пролили почву. И при посадке в лунку проливали, и затем еще сверху пролили. Но всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!